А технически как она посмотрела? Вы какую-то ссылку ей кинули? Технически она же бывает. А, то есть она здесь смотрела на большом, я имею в виду, она на большом экране, да, видео. Да. Это тот фильм, который можно смотреть на DVD? Нет, нет, смотреть на DVD, там на экране монитора, на гаджетах, или это лента сделана под кинотеатры? Вы знаете, мне, конечно, всегда, ну, под кинотеатры сделаны трансформеры, смотреть их дома. Ваши любимые трансформеры, всегда вспоминаете трансформеров, Железного человека, Человека-паук. Железного человека я действительно люблю. Ну, да, из-за Дауни-младшего. Из-за Дауни, да, потому что, ну, великий образом, артист, да, украсит, по-моему, все что угодно. Угу. Вот, а на трансформерах я действительно заснул на последних и проснулся в единственную тихую сцену, угу, в кинотеатре. Потому что вот когда все громыхало, меня это как-то убаюкало. Но защитная реакция организма, видимо, стала работать, и я немножко уплыл. И проснулся от тишины. Где-то в середине картины он, вот там он говорил: ну что, как ты думаешь, у нас получится? Пауза длинная. И в этой паузе я проснулся. Он говорит: у нас получится. И снова все загрохотало, я понял, что можно еще поспать. Вот. Нет, я люблю молодежное кино. А ходили на трансформеры с кем? С младшей? С Александрой, конечно. Да, понятно. Вот. Мне обидно, когда говорят: ну, понятно, что трансформеров-то мы посмотрим. Ну, давайте поможем Голливуду, конечно. А российское кино скачаем и посмотрим на гаджет. Мы же точно так же, такое же огромное количество времени и денег вкладываем в изображение, в звук. Ну, не такое все-таки. Вот, ну, про деньги скажу, точно не такое. Мне для дедушки замечательный Володя Давыденко написал прекрасную, на мой взгляд, музыку, которую, прослушав которую, я понял, что я не хочу, чтобы она была сделана старым дедовским способом, mm-hmm, когда Yamaha, и здесь у нас скрипки синтетические, здесь это, и Сергей Иванович скрипка, и большой оркестр кинематографии, большой симфонический оркестр записал эту музыку. Там были прекрасные солисты. Один из величайших тромбонистов Максим Пеганов прилетал к нам из Сан-Франциско, и там Николай Эрденко играл на скрипке. Там замечательная музыка. Мне, конечно, жалко, если ее кто-то услышит в хрипушках на компьютере. Вот. Ну да, там нету компьютерной графики на сотни миллионов долларов. Но есть история, и вообще публичные показы, я вам скажу, в прошлом году мои друзья организовывали фестиваль русского кино в Кишиневе, в Молдове. И, значит, вот главный организатор этого действия Володя Пирожок, будучи рожденным в Кагуле, в городе Кагул, это маленькое местечко, где-то там в 200 километров. Не путать с Кабулом. Да, это не Кабул, это Кагул. Он говорит: а давай кино покажем. Там не было 24 года публичных просмотров. 24 года люди не смотрели кино вместе. Они смотрели кино дома, по телевизорам, кто какую диагональ себе может позволить, да, или в компьютерах, или в телефонах, но они не смотрели кино вместе. И я вам скажу, это для них прежде всего было такой опыт. Они вместе сели, им привезли экран, натянули, привезли установку и показали кино. И это что-то, вот какое-то новое ощущение было для людей. Они очень, очень благодарили, им понравилось. Угу. Им понравилось смотреть кино вместе. Угу. В этом что-то есть. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».